Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием GTA 5. Итак, сегодняшнюю серию мы с вами начнем с парикмахерской. Самая ближайшая парикмахерская, вот она. Все-таки надо Майкла нам изменить, как в тот раз мы сделали. Да не ори, женщина, я тебя не сбиваю. И потом отправимся на дополнительные задания Майкла. Сюжетный квест, я думаю, подождет. Кстати, по-моему, мы тут и стриглись, если не ошибаюсь. В тот раз. Да-да-да, вот этот петух меня стриг. Да-да-да, здорово, давай. Хорош, угораю, сидит. Давай мне нормальную прическу сделаем, как в тот раз. Не, дерево это вообще ни о чем, лысый прям, гляньте. Вот, длинная стрижка. Чё там сказал, любишь меня? Или чё он мне там сказал? Ты мне смотри, я не из тех. Так, и в тот раз мы еще сделали ему щетину. Просто испаньолка и борода, ну, совершенно ему не идет. Ну вот и все. Майкл готов. И теперь можем отправляться на задание. Да уйди, ты меня бесишь вообще. Уйди. А вот женщину я бы взял с собой, но нет, она не хочет с нами ехать. Да, конечно, сохраним игру. Кто там пишет? Майкл, где деньги, мать твою? Если мне снова придется к тебе прийти, будет гораздо хуже, чем в прошлый раз. Пошел нахрен. Как будут деньги, так позвоню. А может, вообще не отдам. Так, ближайшее задание Майкла. Это я про дополнительное говорю. Вот оно. Погнали сюда. Потом вот сюда заедем. И потом переключимся на Франклина. Вот, на сюжетный квест. Все, погнали. Нам самое главное эти три задания сегодня выполнить. А L, это, как я понял, но синий это обозначает, что задание Майкла, а L получается Лестер, наверное. Скорее всего, так и есть. Сейчас быстро доедем. Так, я не там поехал. Ну, в принципе, ничего страшного. Все боятся меня. Еще бы. Я водить не умею. Ну, езжай! Что ты стал-то? Светофор правильный, гляжу, у нас чересчур ты. А, это задание с этой, с той дурной бабой. Я вспомнил, веселое задание, очень веселое. У меня получилось пройти ее с третьего раза, но так как я все знаю, сейчас, конечно, получится, наверное, с первого. Хотя, кто знает. В общем, вот тут где-то дурная баба, вон она дурная на голову. В общем, ее надо обогнать, если кто не помнит. Но просто так ее нереально обогнать. Она, конечно, быстрее, не поспоришь. Тут только надо хитрожопить, срезать путь. Нормальная баба вообще такая проговорит. Я бегаю, и рычит еще после этого. Ну, по-моему, нифига не нормальная баба. I played high school football, all right, sweetheart. All state, QB. Whatever. Yeah, Michael, мы ее обгоним. Let's go. Побежали. Okay, man, boobs, race you to the beach. И вот тут надо срезать. Ничего не знаю, не ори там. Вот она ужарит. Мы только начали, а ты уже жульничаешь. Дай бог, ты сейчас опять мне тут упадешь где-нибудь. Под конец. А то было такое. Он выдыхается и падает.
Причем прикольно сделали, что он падает. Хотя по сути, если человек выдыхается, он же не падает. Хотя бывает люди такие, что не падают. Так, она прям на хвосте. Причем, когда вот по лестнице спускаешься, она быстрее спускается в разы. Ну, как ни странно, а, нет, все догоняет, хотя сказать, что-то она меня не может догнать. Так, надо ее не пропускать ни в коем случае. Не ори, не ори. Не бубни, женщина, уйдите! Все, сердечко забилось, это сейчас, скорее всего, он выдохнется. Блин, а? Неужели так не будет? Товарищ, не падай, прошу. Я не хочу второй раз с ним бегать. Он, кстати, сейчас упадет. Я вижу, он шкалу красную. Да. Я так и думал. Почему же тогда я в тот раз выиграл, а? Интересно. Сучка. Понятное дело, что проиграл. Тут, видимо, я выносливость прокачал, как я понял. То есть, чем чаще он бегает, тем у него выносливость побольше становится. Вот, наверное, в тот раз с третьего раза получилось. Не знаю, сейчас, может, тоже не получится. Будем пробовать. Будем пробовать, пока не дойдем до финиша. Срезание пути. Да не ори. Женщина, не ори, говорю. Начинается. Сейчас она опять отгонит. Все, и вот шкала красная начинает добавляться. И он опять сейчас упадет. Ведь. Блин, а? А как же в тот раз прибежал? В третий раз, вернее. Он не добежит. К сожалению, он опять сейчас упадет. Дурак ты старый, а? Алкаш ты хренов, меньше пить надо и курить. Вот все, хана. Надо было падать и за ноги ее хватать. Вот что надо было делать, Майкл. Алкаш ты старый, а? Лучше по утрам буду бегать, чем вот так. Ну, сейчас может с третьего раза получится, как в тот раз. Я-то думал, тут срезать надо, нифига подобного. Тут выносливость надо прокачивать, чтобы он обгонял. Либо это случайно я обогнал. Ну, сейчас, интересно, получится ли с третьего раза. Правда. Просто выносливость поднял. Ладно, если сейчас не получится, то надо, наверное, ехать на другое пока что задание. Но к этому вернуться все-таки. Иначе что за дела? Да не ори, что ты там, а? Бегишь, бежишь сзади, вот и бежи. Сейчас опять догоняет она, догоняет. Все, сейчас шкала пускаться начнет. Как же трос выиграл-то, а? Да уйди, жирная, лучше иди, бегай вон, как я. В тот раз, все-таки, я вот сейчас вспоминаю, в тот раз я на велике катался со своим сыном. У меня выносливость там поднялась. Вот, скорее всего... Надо вот кататься больше на велике. Сейчас он все опять не добежит, все понятно. Значит, тут пока что... Ну, с каждым разом он чуть-чуть ближе, кстати, добегает. Но все равно
Этот старый алкаш падает. В общем, да, мы идем пока что на другое задание. К сожалению. Это придется оставить на потом. Ну, видите, не получается вообще никак. Хорош, все, я не буду. А как мне отказаться-то? Я даже не знаю, кстати, ребят, как мне отказаться-то. Игра. А я не знаю. И что, не бесконечным бегать теперь? Да ну ты смеешься, что ли? Подожди. Кстати. Ну кому ж машину взять, угарнуть? Мужик, ну-ка дай мотоцикл свой. Дай угарну. Дай мотоцикл. Да не машину, мотоцикл, бери. Бери, говорю. Ну бери. А чё не берет-то мотоцикл? Дай сюда что-нибудь. Дай грузовик. А чё не садился-то мотоцикл? Ладно, грузовик можно. Ну-ка, сейчас проверим. Скутер, подожди, 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 подожди. Сейчас просто проверим, можно ли вот так выиграть. Интересно просто. Свали. Мужик, извини, я скутер взял. А, он уже на финиш, наверное, прибежал, да? А, нет, слишком далеко. В общем, сейчас попробуем. Если это можно, то это угар вообще полный. Просто хитрожопость. Наглейшая. Ну а как мне еще быть? Я тут буду так раз 30, наверное, бегать, и только тогда он выносливость поднимет. Чтобы добежать до финиша суметь. Вон, едет. Вот он. Стой, стой! Стой, говорю. Мужик, да дай, 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 дай! Сука. Ай, блин, а. Дай машину. Дай. Вот так мы начали задание. И очень весело начали, ступизма. Не, ступизма, во. Ну блин, ну, а чё вы мне предлагаете делать? Я не знаю, как закончить это задание, вернее, отменить его. Надо искать другой какой-нибудь выход. Подожди, не уезжай! Постой! Выносливость, кстати, вот видите, больше стало. Вот сейчас, может, он добежит, кстати. Ну да, попробуем. Но хотелось бы поэкспериментировать, на мотоцикле доехать. Неужели можно было бы? Было бы смешно. Лерри. В машине там не проедешь, в том-то и дело. Там мотоцикл нужен. Так называется упражнение, лентяй несчастный. Хорошо, побежал-то. Погоди, женщина, погоди. У меня выносливость поднялась. Может, сейчас теперь... Бля, что творит? Мужика сбила. Не, опять красная шкала, и сейчас, наверное, сдохну. You and my wife should hang out. Sorry about the Neanderthal. Не, не добежит он. О, квадроцикл стоит, дай. Дай быстрее. Давай, поехали, поехали, поехали. Садись. Да садись же ты! Да что он так долго садится? Нажимай на F. Он пока рассмотрит его, пока подумает, как сесть, только тогда садится. Был бы угар вообще, сесть на квадрик. Да ладно. Не, все-таки надо как честно тут выиграть. Суметь. Ну как честно. Ну, тут сокращать, конечно. А так-то, по сути, не пробовать мотоцикл. Не, ну будет возможность, я попробую. А так надо как-то все-таки умудриться прибежать. Женщина, не ори. Не ори, говорю. Все-таки выносливость у нас поднялась, может быть, сейчас он добежит. Но я сомневаюсь. До этого я все-таки помню, я и на велике катался. Там поднимал выносливость. Потом тут поднял. И с третьего раза добежал. То есть, наверное, не добежит он все равно. О, вот тут немножко сократил себе. Но все равно эта тварь догоняет, а?
О, а сейчас зеленая шкала, кстати. Вот красная теперь. Не, ну, кстати, по-моему, неспроста вот квадрик стоит. Вернее, оставляет у меня. Что-то мне так кажется. Надо на него садиться. Наверное. Не, сейчас он должен добежать. Или не хватит. Половина уже осталась. Он сейчас на финише упадет. Прям на финише. Вернее, перед. Не-не, держись, Майкл. Чуть-чуть. Все, красавчик. Not too shabby, huh? Totally null and void. I'd have annihilated you if you hadn't taken that shortcut. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you! You're lucky I'm tapering for a try. О, дурная баба. Новый контакт Мэри Энн. Все, извиняюсь, машину ворую. Но мне тачка нужна. Все, теперь поехали на задание, наконец-таки. Конечно, потратили мы на это время много, ну а что еще делать, ребят? У нас выхода не было, нам надо было ждать, когда у нас выносливость поднимется. Знал бы, конечно, я бы не ехал бы тогда на это задание. Так, зачем мне пистолет? Нет, нам надо задание другое выбрать. А другое задание у нас вот оно. Далековато ехать. Ведь Майкл он алкаш. Он все им бухает, курит. Какой ему бегать? Не спортсмен, явно. Быстро доедем, хоть там далеко. Подожди, не туда поехал. О, кто-то на дирижабле. Летает. Майкл, ты не хочешь? А то как-то мы с тобой летали. Ты тут свалился. О, некоторым людям требуется помощь. Где? Вот, где-то тут. Не понял. Если выбить у бронированного фургона двери... Деньги можно достать? Алло, подожди, подожди. Мужик, подожди, 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 подожди. Падла. Да, мне сразу звезду дали. Выбить двери, это, наверное, с помощью машины, да? Ну, да, попробуем. Деньги, я думаю, лишними не бывают. Ну, с помощью пистолета, конечно, как есть. Так потом от хопов удирать придется. Так, куда он поехал? Он, по-моему, наверх поехал. А нет, все правильно, он снизу едет, ладно. Это не он. Он сверху поехал. Ладно. Все равно поймаю. Он сверху все-таки. Ах ты, сука. А как его теперь? Я теперь его не достану. Это надо на этот мост выезжать. Ладно, хрен с ним. Я думаю, еще как-нибудь попадется все-таки. Ну, я первый раз просто встречаю, я без понятия. Да уйди. Где-то вот тут задание дополнительное, но никто мне не даст спокойно. Что, балдел, что ли? Менты мне не дадут его начать, это задание. Надо удрать от них. Куда ж ты, падла, резко повернул? Все, кто-то без света остался. Что такое-то? А? Куда-то он резко они вправо едут. Что-то сюда заехать. Так, как пригнуться-то? Пойди, сядь.
Там как-то можно пригнуться, это точно я помню. Так, это ты фары врубил, да? Ведь я знаю, что можно как-то... А, во, все тихо. Все. Еще беспалевные сидим. Все, нас потеряли. Так. Все, погнали теперь. Потом на задание Франклина пойдем. Ну это, по-моему, задание с Чопом, если не ошибаюсь. Которое мы уже проходили. Извините, 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 где-то у меня тут задание. Да хорош! Конечно, конечно. Опять менты. Чтоб вы были все здоровы, а? Ты опять туда, что ли, ехать? Ой, блин, что за тупизм сегодня идет? Ну какой щит? Кошмар какой-то, блин. Блин, заехал нам. Все, попробуем, блин. Вправо уйти. Ну теперь ждем. О, забыли. Это опять мне теперь отмечай на карте, да? Ну надеюсь, сейчас все-таки дойдем до этого задания, сколько можно уже. Все, поехали. Ой, какую тачку, а? Хотя не буду я забирать, сейчас все опять менты приедут. Нахрен. На это доедем. О! Ведь Майкл здесь работает. Ой, какой Майкл. Франклин. Бля, вертолет он летит. Так, и где-то вот тут у нас задание дополнительное. Мужик хоть сидит. Ты кто такой вообще? Здорово. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline. Давай пойдем отсюда, он больной какой-то. Illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grow myself. No paranoia, no weirdness. Ой, блин, Майкл, Майкл. Только недавно бегал, занимался спортом и... Fuck, give me the... А, хрен с ним, давай, курну травку, говорит. I smoke all day and I'm fine.
Майкл, ты сейчас говоришь, всех вот левый мужик просто сидит и предлагает тебе травку, и ты соглашаешься. Они безобидны, говорит. Что за хрень? О, гля, у меня пулемет. Убейте пришельцев. Какого хрена пришельцы нападают? Вот это глюки у тебя, Майкл. Вот это травка, блин. Что ж пришельцы нападают? Ух, Майкл, Майкл, а? А ну-ка слазь оттуда. Майкл, когда ж тебя отпустят, мне интересно, а? Долго у него так пришельцев убивать? Хорошим дури. Чего не делать? Не притягивать меня, что ли? Так, жмите АД. Майкла похищают, быстро нажимайте АД. Кошмар, а? Хорош мне похищать, у вас стрельба получается. Хватит меня похищать. Они со всех сторон. Отвяжитесь от меня. Трава, блин, обалдеть, Майкл. Дурной, блин, я не понимаю, как можно было согласиться. Левый мужик сидит какой-то. В общем, да, нормально, по ним видно. Предлагает травку, и теперь вот ты видишь пришельцев. Зашибись вообще. Все? Блин, Майкл, вообще, что творит? О, отпустил вроде бы. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. Говорит, держись от меня подальше, урод. Вот с этого, Майкл, надо было и начинать. Что, мол, держись подальше. А давай теперь вот треснем, а? Падла. А нельзя ударить его, к сожалению. Ну и хрен с тобой, как говорится. А теперь мы можем переместиться за Франклина. Посмотрим, что он там делает. А он у нас в пробке стоит. Ну что, Франклин, погнали теперь с тобой на задание основное. Это, по-моему, Чоп. Знакомство с Чопом, который пидорит все, что видит, все, что движется, скажем так. Пустите. Его надо дрессировать, чтобы он не пидорил как раз таки. Франклин, тебе стоит научиться стрелять как следует. Найди время, сходи в тир. Пишет Майкл, за которого только, грубо говоря, несколько секунд назад играл. Который недавно курил. Да уж. Да, конечно, как вы замечаете, без музыки скучновато. С музыкой всегда весело кататься. Нельзя, ребят, нельзя никак. Запрещает YouTube. Иначе вы просто не сможете смотреть видео.
А вот и тетка решила выйти на прогулочку со своей подругой толстожопой. Поглядите, а. But you know how boys are. Wait a minute. Oh, girl. Whew, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know, I'm домой пора. Spirit walking, exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Давай, идите. Жопа, стыкайте. Да ладно. Сейчас, по идее, Ламар придет. Damn. Да, вот он, Ламар с Чопом. Погнали. Здорово, Чоп. Ты мне прекращай, зверей. Кобелей хреначить. Dog, I told you, no more game banging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Logan? And ain't nobody out here gang banging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You got the will, homie. Давай закидывай Чопа и поехали. Все, Ламар, догонишь. Давай, ладно, я выбираю, садись. Так еще идет пешком, я сейчас реально уеду. Сука, как он упал. Давай, ладно, садись. Больше не буду этого делать, давай. Там кровь от него осталась. Лицо разбил, похоже. Ты даже не поругался на меня, что я так угарнул одним. Ну ладно, поехали. Задание, которое мы с вами проходили уже. Я уже, наоборот, быстрее хочу вот это задание пройти, которое мы проходили. Уже интересно, что дальше будет. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die over something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, because motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs then. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, 2 days time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. Так, вот уже прибыли. Так, чё, тихо, дури, не гавкай. Уже прибыли. Практически. Где-то тут. Сюда. What's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short witty. I was just saying I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo. That's disgusting. What's happening now, D man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, bitch. Свалить он решил. Да сейчас, ага.
Далеко не уедешь, все равно сгинем. Давай быстрее, Ламар, а то без тебя еще уеду опять. Не сыща его догонять. You seen that bitch back there? She a dime. I'm all over that. And she probably the same. Like I said, they flock. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Man, if he gone cause you ain't in the zone with that special driver shit you do, I'ma be real upset, homie. Bitches! This nigga's a punk, homie. And he making you look like one too. I don't know why you think that's gonna motivate me, nigga, cause it don't. Bitch duck left. Do that shit. Go! Чуть не вписался. Next time we going after the motherfucker in the car, alright? All these punk ass bikes. Chop need a seatbelt. If we snatching this dude, we snatching his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we not. Cops on their cell phone as soon as they made the ransom call. Triangulated the signal. Ghetto birds all over the place. Surveillance, my nigga. Wow. Я собрался. Выстрелить его. Ну, жопень тебе. Так, по-моему... По-моему, нельзя было убивать. Я просто попробовать хотел. Ну, попробовал. Как говорится. Ну да, да, я вспомнил, все. Там его надо было просто всего лишь припугнуть. То есть, поймать, припугнуть, да отпустить его. Да, ну, попробовать хотелось, вот я и попробовал. Ничего страшного. Just drive, fool. Hold on, Chop. You seen that bitch back there? Еще как назло попал прям. I'm all over that. Привязай ее. Probably the same. Like I said, they flock. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. You ain't even. Глюш, утворит, куда ж ты перестраиваешься так? We heavier. Use that momentum. Он должен выжить. Говнюк толстый. Иначе просто за ним едем. Man, look at this shit, dog. We chasing another motherfucker on a motorcycle. Damn, you okay, Chop? Man, how we gonna get the ransom? If you use your cell phone, the police gonna trace the signal and we fuck. Man, that don't happen, dog. That's some bullshit. It ain't some bullshit. It's science, fool. They got the technology. Man, fuck science. Back up! He cut down there. Watch out! Дебилоид, докатался? Shit, damn! He got fucked up! Как она, он жив. Все нормально. Man, go get that fool! Сейчас Джор даст, как всегда. Чоп, пас. Только ногу его не надо приходовать. А именно, схвати его. А то еще опять начнешь. Даже не думай, все равно далеко не убежишь. UCDF, Chop, for real. Чё, чё, не можешь пройти? Да без проблем. Сломаем. Ты что, катаешься, уйди. Дырочек свалился аж. Давай, чё, почти догнали. Чё? Вот отрастил все бока и медленно бежишь. Давай быстрее. Он за тебя вон удрал. Так, теперь можем мы переключиться на Чопа, но, к сожалению, управлять мы им не можем, а только наблюдать. Ага. Чё говорит, что где-то в вагоне он прячется? Сейчас проверим. Ну, как я помню, он совершенно не в этих вагонах прячется. И его тут нету. Give it up.
behind you, motherfucker. Тут тоже его нету. There you go. Он, по-моему, где-то вот этих вагонах находится. Но для начала надо, чтобы Чоп почувствовал, где он. Давай, Чоп, расскажи, где? В каком вагоне? Конечно, чует запах. Вот пусть он только подскажет, где. В каком именно вагоне. Чего? Чоп, нет! Нет, одумайся! Одумайся, Чоп! У него вон яйца висят, это кобель. Чоп, нет. Что ж ты творишь? Старый кобель ты, а? Нет, нет, не, прекращай, это кобель. Грязный, блин, да как, Чоп, а? Нет, тебя дрессировать надо, то ты все, что увидишь, будешь говорить, это кобель, фу, чё, прекращай, не дури. Одумайся. Ты что? Чё? Фу, фу, чё? Дрессировать и еще раз дрессировать надо тебе по-любому. Ай, блин, чоп-чоп. Попался! Может быть, я тебя и не догоню, но вот Чопик тебя по-любому догонит. Давай, его втопил сразу. Ты сможешь, когда захочешь. Ну а теперь поехали. Так, чё, ты там это? Не дури только, не надо его приходовать. То его приходуешь за ногу. Все, теперь отправляемся домой. Да, едешь. Пока этого припугнули. На сегодня, думаю, можно будет закончить эту серию. Немножко, конечно, туповато получилось, но да ладно. Вначале это не моя вина, что Майкл у нас все время падал. Что он дальше был с ментами, конечно, связывался, это да, хреново. Ну, а по сути так... А, ну еще выстрелил я. Ну, кто знал, я попробовать хотел. Все, приехали. What the fuck you done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you've been seeing shit because we went easy on your ass. Remember that, dog? Oh, you owe me a bike too, you motherfucker. This some bullshit. Take me down the cut. Ну и все, теперь надо высадить Ламара. Чоп. Нет, Чоп, тебя тренировать однозначно надо, иначе это не дела. I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone? The couch was all over, nigga. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on. Санта засранец. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No the fuck you kids ain't. В общем, давайте вот тут закончим эту серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.